Многие, беря себе умные часы, ищут себе удобные, красивые и функциональные циферблаты. Но представим, что вы не нашли циферблат в Google Play или Galaxy Store. Однако нашли циферблат на форуме или где-то еще на стороннем сайте. И этот циферблат имеет разрешение файла APK. Вы устанавливаете данный APK и не понимаете, почему он не устанавливается на сами часы. Так давайте же рассмотрим, как установить циферблат формата APK на смарт-часы на Wear OS. Дамы и господа, всех приветствую, присаживайтесь поудобнее и начнем. Итак, для того, чтобы установить циферблат, нам потребуется подготовить две вещи, которые вы можете скачать в Google Play или скачать у меня в Telegram-канале. Первое – это сама программка EasyFire Tools, а также скачать себе на устройство циферблат формата APK. В моем Telegram-канале также сможете найти 5 вариантов циферблатов себе на часы абсолютно бесплатно. Итак, приступим. Первое. Мы должны убедиться, что мы подключены к Wi-Fi на часах. Если отключены, то включаем и подключаемся к Wi-Fi. Wi-Fi подключен должен быть тот же, что и к телефону. Нам нужно зайти в настройки. Дальше пункт о Galaxy Watch. Ниже сведения о ПО. И тут 5 раз нажимаем версия ПО. Сейчас мы активировали режим разработчика. Выходим назад. Тут заходим в параметры разработчика. Ниже включаем отладка по ADB. Включаем отладка по Wi-Fi. Тут нам нужен IP-адрес, который указан после MAC-адреса. Запоминаем или записываем его. Теперь нам надо установить связующее приложение на телефоне. EasyFire Tools. В приложении заходим в Settings. И в пункт IP-адрес вписываем IP-адрес, который был указан у часов. Итак, переходим к установке. Сопрягаем телефон с часами, нажав на данную кнопку в приложении. Теперь часы просят подтверждения. Подтверждаем, нажав ОК. Авторизируемся на телефоне, нажав Continue. Увидели, что значок поменялся на зеленый. Переходим в Custom APK файл. Нажимаем Select. Выбираем APK с циферблатом, который вы скачали и хотите установить на часы. И теперь ждем окончания установки. Как только весь процесс завершился, вы можете увидеть свой новый установленный циферблат в Galaxy Wearable и там циферблат. Или на самих часах заходим в выбор циферблатов, добавить, и тут вы можете увидеть все установленные циферблаты. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, видео было полезно для вас. Подписывайтесь на все мои соцсети, в Telegram, Instagram. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем спасибо за просмотр.